сейчас мы идем в Латинский квартал. Нас сопровождают две прекрасные девушки. Они всегда видны в темноте. Справа все то же здание суда. Сейчас оно не так хорошо подсвечено, но все равно еще красиво. Мы выходим на второй этаж стены. Да, конечно. Видите, тут везде Рождество. Ёлок как нас сопровождают. Видите, как нас сопровождают? Да, мы вот идем спокойно по Парижу. Спокойно идем. Вообще даже не волнуемся. Кстати, мы идем в Латинский квартал. Мы не боимся. Так, это тут второй рукав сены. Вот автобус переезжает мостик. Мы же нормальные люди, не так как эти. И пойдем только на зеленый свет. Это их проблема.